В рамках реализации партийного проекта «Старший брат» одинцовские единороссы посетили мастер-класс по ораторскому мастерству для школьников, который прошел в культурно-досуговом центре «Молодежный». Ребята приняли участие в мастер-классе с разбором приемов выступлений лучших мировых спикеров и ораторов. Проверили свои силы на практике в индивидуальных и командных конкурсах. Также продемонстрировать свое ораторское мастерство смогли и гости.